Для лепки фигурки Чаки я сделаю каркас из мягкой алюминиевой проволоки. А пока я буду лепить, я расскажу вам историю происхождения этого персонажа. Об игрушках-убийцах снято много фильмов. Религия Вуду и рассказы о маньяках вдохновляют режиссеров на фильмы ужасов, персонажами которых становятся куклы. Чаки – представитель необычных существ, чьей второй натурой является жестокость. Первое появление куклы Чаки на экранах телевизоров произошло в 1988 году. Режиссер Том Холланд представил публике картину, повествующую о маленьком убийце. Фильм получил популярность и спровоцировал выпуск линии игрушек наподобие персонажа ленты. По сюжету проекта игрушка из специализированного магазина ожила из-за переселения в нее души убийцы Чарльза Ли Рея по прозвищу «Чикагский душитель». Маньяк погиб в магазине, прячась от полиции. Игрушку получает в качестве подарка на день рождения мальчик Эдди, и его жизнь в корне меняется. В финале фильма Чаки убивают и сжигают, но монстр воскресает благодаря невесте. Кукла Чаки обладает неприятной внешностью. У нее рыжие волосы и зловещее выражение лица. Постановщик наделил Чаки схожестью с человеком, поэтому у него внутри не пустота, а настоящие органы. От ранений на теле куклы появляется кровь, остаются шрамы. У героя есть способность к регенерации и воскрешению после смерти, поэтому его биография столь длительна, а избавиться от маньяка-психопата практически невозможно. Прототипом куклы Чаки стали две личности. Автор объединил в образе элементы из истории об убийстве отца, стоявшего в очереди за подарком сыну, и детали из заметки о кукле-моряке, которая по легенде имела отношение к религии Вуду. Когда кукла появилась в семье, начались несчастья. В доме словно поселился дьявол, избавиться от которого было невозможно. Владельцы такой куклы исчезали или заканчивали жизнь в психиатрической больнице, впав в безумство. Первым фильмом, посвященным зловещей кукле Чаки, стала картина «Детские игры», вышедшая на экраны в 1988 году. Эта оригинальная кинокартина положила начало франшизе, сюжет имел реальное обоснование, а имя главного героя Чаки составили из имен трех убийц – Чарльза Мэнсона, Ли Харви и Джеймса Эрла Рея. В 1990 году состоялась презентация сиквела «Детские игры 2». Ребенок, ставший жертвой куклы, потерял родителей и попал в приемную семью. Его преследовали ночные кошмары и ужасные воспоминания. Останки Чаки разыскали, чтобы создать новую линейку игрушек, и мальчик Энди вновь вынужден встретиться лицом к лицу со своим кошмаром. Третья картина «Детские игры 3» вышла в 1991 году. Энди повзрослел, учился в военной школе и почти забыл кошмары детства. Производство кукол запустили вновь. Чаки стал преследовать подростка, желая его убить. «Невеста Чаки» – кинокартина 1998 года. Сумасшедшая Тиффани становится владелицей куклы. Новая хозяйка подобрала Чаки невесту. Отправив ее на тот свет, Чаки переселил душу Тиффани в куклу-невесту. Монстры стали работать в дуэте. Их первыми жертвами стала молодая супружеская пара. Потомство Чаки повествует о том, как у пары маньяков появился ребенок. Жена убийцы произвела на свет сына по имени Глен. Теперь они учат отпрыска ненависти, кровожадности и уничтожению людей. Лента вышла на экраны в 2005 году. И за ней последовал перерыв в 8 лет. В 2013 году кинематографисты вернулись к теме куклы-убийцы, сняв «Проклятие Чаки». Игрушку маньяка нашла маленькая девочка, дочь Ники. Чаки, как и прежде, жаждет убийств и насилия. В 2017 году зрители увидели ленту «Культ Чаки». Ники лежит в больнице, девушку убедили в том, что она совершила зверские убийства. Психотерапевты работают с ней, чтобы вернуть к реальности. Подходящим решением, по мнению специалистов, стала куклотерапия. Убийства возобновляются. Повзрослевший Энди из первых эпизодов пытается помочь Ники и противостоит невесте Чаки и самой отвратительной кукле. Главным орудием куклы Чаки
является нож. Герой хладнокровно заносит его над жертвой и без разбора вонзает, оставляя ужасные раны. Тело Чакки готово, далее я буду лепить голову. В 2013 году кинематографические технологии оказались на таком уровне, что появилась возможность использовать компьютерную графику и спецэффекты, но создатели картины «Проклятие Чакки» предпочли отдать дань привычным методам. Они использовали натуральную куклу и ручные технические работы. Для съемок фильма подготовили 100 аниматронных кукол. Компьютерная модель использовалась только пару раз. We'll be right back.
Итак, ребята, голова куклы Чаки готова. Далее сделаю шею и соединю ее с туловищем. Вот такая фигурка куклы Чаки у меня получилась. Ребята, напишите в комментариях, похоже у меня получилось или нет. Также пишите, кого мне еще слепить. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, поставьте лайк. А также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина.